А я вас хочу познакомить с Рокси. Это веселая, добрая, очень общительная, лизучая, классная, игручая собака. Собака Рокси попала в приют 4 года назад, прямиком с улиц Сырова. Тогда она была еще совсем щенком. Время шло, а Рокси так и не дождалась человека, который бы забрал ее к себе. Судя по виду, собака метис гончий. Рокси прекрасно уживается с другими животными. Это очень игривая и энергичная собака. Она стерилизована, привита и чипирована. И ждет своего настоящего человека, который оценит по достоинству ее веселый характер. В отличие от Рокси, Батур – спокойный и немного стеснительный пес. Он ласковый и добрый. Покладистость – вот основное качество Батура. Он совсем не будет протестовать, если хозяин решит постричь ему ногти. Обычно такие собаки очень благодарные и очень привязаны к одному человеку в семье. Пес кастрирован, привит и чипирован. Приют попал больше 4 лет назад вместе с братом и сестрой. Брат и сестренка давно уже нашли свои семьи, а Батуру, хотя он такой красивый, такой спокойный, такой немножко застенчивый песик, почему-то не везет. Вот. Хотя характер у него замечательный, он хорошо уживается с собаками-девочками. Выбрать себе четвероногого друга и забрать его домой может любой желающий. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам «Зато верный друг» по телефону 8 904 066 77 83.